Кстати, есть. Всем привет! Сегодня у меня спиннинговая рыбалка по белому хищнику. План такой: отправлюсь сначала на неизведанный участок реки, полазю там, поброжу, посмотрю, как да что. И вторым актом я взял с собой заброды, полазю в забродах уже на известном месте, половлю там. Вот и первое местечко. Опа, удар жереха. Здесь он. Отойти подальше. Отойду сейчас подальше. Ударил жерех. Разговариваю шепотом. Комары, блин, задолбали. Я забыл от комаров средства. Хотя, блин, поклевка была. А. Такое ударище был. Не засекся, мимо. Промахнулся. Ничего вроде не разогнул. Такой удар был. Буду идти вверх по течению, смотреть, наблюдать. Где какие удары, какие шевеления. Множество ручейков. Вот еще один ручеек уже перехожу. Вот такая родниковая вода. Бонаква. Пробуем на вкус. Травой маленько отдает. Не собираюсь я ее пить. В машине есть вода. Ой, спасибо, родничок. Но все равно вода, конечно, вкус специфический какой-то такой. Вот этой, наверное, вкус вот этой водоросли. Сходи вот. Ниже моста. Сейчас вот два раза нахуй ебашу. Слышите, говорю, и ты не разговариваешь. Пришел идиот, распугал всю рыбу. Пойду я отсюда. Ну что ты там притих? Я, блин, ведусь. Давай меня. Я тебе подлещик, а ты мне мелочь. А то я изрежу, я пришел вообще, честно говоря, кошку поймать. Все пятки обгрызу. Ой, эти местные, конечно, колоритные личности. Пришел, как начал орать. Иди туда, иди сюда. Пойду искать тихие места. Дебрями, дебрями. Что тут такое-то вообще? Тропа уже такая не особо натоптанная. Опа-на, смотрите. Сейчас покажу, фонарик лежит. Не знаю, рабочий, не знаю, нет. Прям на пляже у кого-то выпал. О, горит. У кого-то выпал. Ты вот он ударил. Прям передо мной ударил. Ёптель-моптель. Который раз у меня уже коробочки все падают. Это вот что такое, на дороге иду, какие-то бабышки. Сетка, что ли, кто-то потерял или выкинул. Еще вот один ручеек. Столько ручьев впадает вообще. А вот смотрите, что люлечники творят. Выжигают дерево, чтобы оно упало. И они здесь поставят потом люльку. Хуже бобров люди. А вот у них макалка как раз лежит. Вот, я и приехал в другое место, сейчас как бы второй акт, как я и планировал. Сейчас запихиваю телефон вот в такой чехольчик приобрел, чтобы по воде лазить. Водонепроницаемый, на шею вешается, можно на руку. Это есть! А, блин, сошел, кто это был? Оторвал нафиг. Жерех вдарил. Или это щука была? Ой, что-то какие-то сопли вообще. Кто это был-то? Блин. Месяц, короче. Походу щука была. Срез. Либо жерех оторвал. Да блин, у меня фрикцион, все нормально. Что было-то? Вообще непонятно. Блин, руки трясутся. Не было у меня еще такого. Первый раз. Все когда-то бывает в первый раз. Хорошо это. Солива, блюрок не очень дорогой. Надо еще заказать рабочие. Теперь какая-то рыбеха плавает с моим воблером. Но она об что-нибудь его зацепит, оторвет. Там крючочки-то не очень сильные. Есть, кто-то есть. Я тут подбагрил что ли кого-то. Мелкий какой-то. Это какой-то мелкий. Может, окунёк мелкий.
сопротивляется. А нет. Кто это? Кто это? Головлик или язёк? Иди-ка сюда. Это язёк. Ха-ха, красавчик. Такой. Сколько здесь? Грамм 200. Тише, блин. Ой, придется спиннингу зубы брать. Так вот. О, остался один крючок тебе вынуть. О! Вот, все, беги. Пошел. Молодец, спасибо. О, блин, удар был. Тут промахнулся. Крючки еще нормальные поставить. И он из разведчиков переходит в разряд уловистых. А, да, есть. Кто там? Это опять нам язёк. Блин, фрикцион убавить. Опять кто-нибудь оторвёт, я уже боюсь. Язёк, походу. Хорошо. Кто ты? Покажись. Не показывается. О, это, походу, голавль с чёрным хвостом. Ух ты, крупненький. Крупненький голавль, походу. Вот он, смотрите. Ух ты, голавчик. Это голавчик. Ух ты, такой. Грамм 300. Дай-ка я тебя за воблер удержусь, что ли. Эх, он как там схватил-то. Смотрите, какой голавчик. Вот катушка со спиннингом. Тут даже грамм, наверное, 300. Может, побольше. Ой, с него течет молоки, что он зеленый какой-то. Так, ладно, давайте его попробуем отпустить. Блин, он хорошо так взял. Мне придется, наверное, доставать чипцы. Все, отпускаю тебя, смотри. Ох, как. А, блин, прям вот здесь ударил. Передо мной, я видел. Только я не знаю, кто это был. Блин, вообще офигеть. Ты гонял. Я чуть штаны не насрал. Охренеть. Только хотел сказать, что палочка до 10 грамм. Я кидаю воблерок 8 грамм. Копию Юзурика 44-го. 8-граммовая. Сейчас на него выход был прям. Пуф! И промахнулся. Может, меня увидел, развернулся. Сейчас покажу вам его. Тоже, короче, реагирует на него рыба. Так вот, крючки это я уже сам поменял. Тоже там же. Все под видео кину, если что, кому интересно. Если бы тройнички висели, может, он бы и попался бы. Но, блин, я уже столько воблеров потерял с этими тройниками. Эх, чайка как нырнула прям. Передо мной тут. Есть! Блин, сошел кто-то. Или есть? А, есть кто-то. Кто-то сидит. Фрикцион работает хорошо. Есть, есть, есть. Ну ее нафиг, давай. Лучше фрикцион работает, чем ты сойдешь. Жерешок, походу. Потому что на пильке. Ох ты, ох ты. Жерешок по-любому, на пильке. Ага. Начинает уставать. Ой, ой. Ух ты, какой там интересный размерчик. Тогда прям под вечер уже собирался уходить. Уже устал, думаю, ну блин, без жереха жалко. Блин, он что, зацепил за что-то, что ли? А нет, идет потихоньку. С травой, походу, что ли. Что за... Ай-яй-яй, там сидит еще. В траве, походу. Иди вот потихоньку. С травой, наверное. Сейчас будет дергать. Блин, палка до 10 грамм. Ой, вообще не вывожу. Ай-яй, дергает. Ну, давай, вставай уже. Я уже сам устал, блин. Подходит потихоньку.
Походу ослаблю чуть-чуть, там что-то прям он сидит так плотно. Что-то дернет, подходить ко мне будет. Ага, видишь, как дергает. Не буду я пока кальциончик затягивать. Так, ну ты что, вообще не поднимается? Кто там, блин? Ох ты, разматывает. Подтянем немножко. О, там какой-то хороший экземпляр, походу. Блин, он уже около меня. Он поверхность не поднимается. Кто там, сомик, что ли? Сомик, точно. Сом, ребята. Я думаю, кто там так сопротивляется? Офигеть, напилькер, сом. Офигеть. Сейчас он... Я чувствую, что-то не то, блин. Офигеть. Самяра. Ух ты, хороший. Можно взять. Килограмм 2-3, наверное. На котлеты пойдет. Ух ты, ух ты, ух ты. Я чувствую, что-то не поднимается. Уже жерик давно бы поднялся. Ох, 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 ох. Разматывает меня. Я думаю, что, блин, так разматывает. Фрикцион-то вроде. Жерих-то вроде так не это. Ох, самяра подходит. Вон он. Еще стечение. Ух. Фу. Рука устала. Чтобы не засыпалось, поставил такой вот крючок. Одинарник. И на него прям хорошо засекся. Вот так вот закончился сегодняшний мой денек. С омиком. Сейчас взвешу его еще. Такой вот самярик. 3,685. Почти 3,700. Вот так вот первый сом этого сезона. Сезон открыт по саму. Ура!